Жизненный цикл Mortal Kombat 11 подходит к концу. И на момент просмотра этого видео, возможно, уже анонсирован Mortal Kombat 12. И как всегда бывает после анонса нового Mortal Kombat, сообщество активно обсуждает, какой ростер персонажей может быть в новой игре. Пока что официальной информации по этому поводу нет. Зато есть много предположений, утечек, а также догадок. Всем привет, вы на канале Арен Кратос. И в этом видео я собрал всю информацию, которая имеется на данный момент, и на основе этого составил ростер бойцов, которых мы можем ожидать в новой части Mortal Kombat. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и погнали! В одном из наших последних видео мы говорили о том, как Mortal Kombat 12 может быть сделан. В Mortal Kombat 11 37 бойцов, включая DLC, и 11-я часть разрабатывалась 4 года. И как обычно бывает, разработчики Mortal Kombat чередуют свою игру Mortal Kombat с другой игрой своей вселенной, Injustice. Это позволяло разработчикам Mortal Kombat иметь больше времени, чтобы разработать их новую часть с нуля. Но время идет, близится 30-летие вселенной Mortal Kombat, и это неплохой повод сделать исключение. Пропустите Injustice и после Mortal Kombat 11, спустя несколько лет, выпустить сразу Mortal Kombat 12. Но сделать Mortal Kombat 12 с нуля за такое время будет очень сложно. Ибо на одни только захваты движений уходит кучу времени. И поэтому тут на помощь приходит формат наследия. Формат наследия подразумевает, что все персонажи, которые были, к примеру, в Mortal Kombat 11, если они возвращаются в Mortal Kombat 12, то пусть у них будут такие же движения. Это сэкономит разработчикам кучу средств и времени. Да что говорить, такую практику, например, делают разработчики Tekken, выпуская из части в часть одних и тех же персонажей с такими же движениями. И разработчики МК так уже делали, например, в Injustice 2. В Injustice 2 у бойцов были примерно такие же анимации и движения, как в Injustice 1, просто немного доработанные. Использовать такой метод немного халтурно, но нормально для файтингов. К тому же, это даст разработчикам возможность добавить еще больше бойцов, чем в Mortal Kombat 11. И об этом говорим не только мы, но и многочисленные утечки. Сразу скажу, что верить утечкам я тоже не люблю. Но сразу несколько из них говорят об одном и том же. Mortal Kombat 12, судя по утечкам, будет иметь формат наследия. Будут все персонажи из Mortal Kombat 11, Mortal Kombat X и Mortal Kombat 9, которые были в основном ростере. Просто они будут иметь формат наследия, то есть использовать те же удары и анимации, которые были в прошлых частях, просто доработанные. Благодаря этому мы увидим в ростере 50 бойцов и еще DLC. Неплохо, в этот раз решают взять количеством. Посмотрим на качество на релизе. Понятное дело, это лишь слухи и утечки. Но если разработчики действительно пойдут наследственным путем, то вполне логично ожидать больше бойцов, чем обычно бывает. К тому же во вселенной Mortal Kombat есть бойцы, без которых игра существовать попросту не может. Ко всему этому добавляем сюжетно важных персонажей, прикидываем формат и на основе этого предполагаем возможный ростер Mortal Kombat 12. Итак, давайте посмотрим, что получается в итоге. Формат наследия предполагает, что все важные бойцы из Mortal Kombat 11 должны вернуться. Такие персонажи, конечно, это классика. Скорпион, Саб-Зиро, Лю Кан, Рейден, Китана, Шан Цунг, Кунг Лао, Джонни Кейдж, Нуб Сайбот, Джакс, Кано, Соня, Джейд и Мелина. Это по большому счету классика, и без них Mortal Kombat не Mortal Kombat. Однако формат наследия возвращает нам еще таких персонажей, как Эрмак, Куан Чи, Кенши, Рейн, Фуджин, Эрон Блэк, Кейси Кейдж, Кабал, Найт Вульф, Шива, Такеда, Рептилия, Барака, Шаукан и Синдел. Я не вижу ни одной причины, почему эти персонажи не должны вернуться, если будет использован формат наследия. Однако и это не все. Остались еще персонажи, такие как Скарлет, Шинок, Герас, Дивора, Фрост, Котелькан, Коллектор, Цетрион. Также я ожидаю появления Хэвика. Вокруг него были слухи, и Хэвик очень важный для сюжета персонаж. Такой же важный, конечно же, как Смоук. Смоук один из самых популярных персонажей серии, и он не появлялся достаточно давно, именно в человеческом обличии. Я ожидаю также возвращения таких бойцов из МКХ, как Кун Джин,
Тане, Ферратор и Борайчо. Также будет абсолютно глупо не добавлять любимчиков серии Сектора и Сайрекса. Ну и Джеки Брикс с вероятностью 200% тоже будет в игре. Еще мы с большой вероятностью должны увидеть возвращение Страйкера. Если не учитывать DLC персонажей, то на этом персонаже наследие, начиная с Mortal Kombat 9, заканчиваются. Также я ожидаю увидеть несколько новичков Mortal Kombat 12. Но какими они в итоге окажутся, нам нужно узнать на релизе. И вот примерно вот такой ростер получается, если верить всей накопившейся информации. Выглядит вполне неплохо. Скорее всего, будут еще и DLC персонажи, а также персонаж за предзаказ, какой-нибудь условный Кентаро. До выхода новой части Mortal Kombat еще есть время. Близится юбилей, 30-летие создания Mortal Kombat. Остается надеяться, что разработчики принесут что-то реально годное. Ну а вы, дорогие друзья, напишите в комментариях, какого персонажа вы бы лично хотели увидеть в новой части Mortal Kombat. Лично я хочу возвращения моего любимого Шансунга и, конечно же, Куан Чи. Скрестим пальцы и будем ждать вместе. И чтобы не пропустить новую информацию, то не забудьте подписаться на канал. Буду ждать ваши пожелания в комментариях, дорогие друзья. Не скучайте, не болейте и увидимся совсем скоро. Пока-пока.